Глава Ингушетии Узбек Евкуров встретился с генерал-лейтенантом юстиции Ибрагимом Магушковым, который приступил к исполнению служебных обязанностей руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области. До этого Магушков занимал аналогичную должность в Ингушетии. Глава региона поздравил Магушкова с назначением на новую должность, отметив, что за годы службы главный следователь региона накопил большой практический опыт, который будет им использован в Астраханской области. Заслуги Ибрагима Магушкова отмечены на федеральном уровне. Он является почетным сотрудником Следственного комитета России. Сегодня искренне рад видеть вас в новом качестве, в качестве уже руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в уже другом субъекте, в Астраханской области. Вы на протяжении, с момента образования нашего управления, работали здесь руководителем, оставили след, вошли в историю именно с лучшей стороны. Вам достался самый тяжелый период. Это и теракты, это и обстрелы, это и убийства. И я рад, что нам с вами удалось вместе с другими коллегами правоохраны стабилизировать обстановку. Я искренне хочу поздравить от себя, от всех коллег, от жителей республики. Реально, и это гордость, что представитель республики, хотя я всегда стараюсь не делить там на какую-то национальность, есть профессионал, есть человек работать, и он может работать где угодно. И сегодня вот именно так оно и состоялось, то, что указом президента вы назначили на высокую должность уже в другом регионе, более мощном, промышленно развитом, где работает, конечно, большой пласт. Я уверен, что вы с этой работой справитесь. Я со своей стороны, Игорь Андреевич, хочу также поблагодарить вас за совместную работу. Мы всегда чувствовали внимание, было налажено, как я всегда говорил и говорю, надлежащее взаимодействие, всегда чувствовали помощь с вашей стороны. Как вам известно, как вы сказали, 28 декабря Владимир Владимирович Путин был подписан указ номер 762. Об моем освобождении занимаемой должности здесь, в Республике Ингушетия, и назначении на должность руководителя Следственного управления, Следственного комитета по Астраханской области. 17 числа я вступил текущего месяца в должность там, где был представлен руководством нашего комитета, губернатору Астраханской области Сергею Петровичу Морозову и другим руководителям правоохранительной системы и силового блока. Надеюсь, что мой перевод не означает, что будет потеряна связь с нашей республикой, потому что это для меня родная республика, малая родина, и всегда все, что я могу, свой профессионализм, умение, всегда буду на благо нашей республики, на благо Астраханской области, на благо нашей Российской Федерации. В последующем, я думаю, и управление по Республике Ингушетия продолжит тот поступательный путь, по которому мы шли последние 11 лет.